Я хочу пиццы. Мне плевать на все, что ты скажешь дальше. Я знаю только одно. Я хочу пиццу, и мне плевать на все остальное. Добрый вечер, компания Достоевский. Меня зовут Ксения. Чем могу помочь? Да, вечер вам добрый, Светлана. Я по поводу еды, доставки, мне заказ бы оформить. Возможность такая имеется в данный период времени. Скажите мне, пожалуйста. Да, конечно. Что вы Да, хотели к заказу? да. Да, я выбрал, я понял вас. Вы мне скажите, до скольки работаю? Вы успеваю? Нормально все? Мы работаем круглосуточно в Да. Москве. Я вот хочу Альфредо, 24 сантиметра, да, пицца Альфредо. Знаете, да, есть? Вот, Альфредо, пицца, Supreme Да, Barbecue, да, конечно. Далее. 30-ка, Supreme Barbecue 30-ка. Да, я слышал, нет, меня На слышал. тонком тесте или на На традиционном? традиционном, Светлана. Так, значит, Ксения суши. меня зовут. Далее. Да, ладно, там, я пенсионер, мне это не важно уже, как кого зовут. Мне не запоминать вас. Так, значит, запеченный ролл и синомаки. Вот. Пожалуйста, зафиксируйте. И синомаки, да. Далее. Фу-ху-ху-ху-ху. Так, давайте, наверное, еще мне два ролл с беконом. Вот два штуки. Так, ролл с беконом, который не запеченный. Да, простой вот, который. Хорошо, два штуки далее. Да. Кассадилья с курицей есть у вас? Конечно, далее. Отлично. Можно тогда мне добавить еще куриных крылышек, да, с каруманом туда. Карумана посыпать. Можно, да, приправа. Есть каруман. Острый перец такой, каруман. Нет, к сожалению, изменения в Ну, рецептуру я мы не понял. вносим. Ну, давайте, как А обычно, куриные тогда крылышки с есть острые, масслори. есть не острые. Не, давайте масслори. С масслорием. Масло с масслори. С масслорием, пожалуйста. У нас не добавляется такая приправа. Да Есть я у вас острый и здесь не заказывал острый. уже. Если острый, там добавляется соус шрирача. А, ну, Шри-Ланка, Чикаго. Не слышал. Я понял. Масслория нету, Шри-Ланка, да? Вы скажите, вам острые куриные крылышки нужны или не Ну острые? нет, мне острое не надо. Вот эти с Ванкувера обычные. Вот. Да. Обычные. Вас Хорошо, куриные Ванкувер. крылышки. Далее. Там будут Ванкувер еще. Подсыпка. Ванкувер. Алло. Нет. А, ну я понял. Все как обычно. Нет, у нас не добавляется. Ну я понял. Я знаю, я просто у вас часто заказ. Хорошо, давайте. Тогда вот black pepper, да, еще с гречневой лапшой тогда, да, и туда этого самого добавляйте тогда, ну, по дефолту, как у вас, black pepper, да, с гречневой лапшой, да, вот, и туда этого самого еще Что по маслория, рецептуре готовится? ну, маслория туда добавить можно, еще Мы не карумана сверху. добавляем дополнительно приправы. Ну, ясно. Хорошо, ладно. Что там у нас выходит по стоимости, общая стоимость заказа? Подождите, по поводу роллов. Соевый соус, палочки будут идти к набору. Васаби, имбирь нужно к заказу А добавить? сколько там васаби будет? Вы имеете в виду по граммовке или по стоимости? Не, по граммовке вот на порцию, то, что я выбрал роли. Васаби, имбирь в комплектацию бесплатно, они не идут. А, Только ну тогда добавляются добавляйте, они к оплату. конечно. Добавляйте. Конечно. Вот. Хорошо, Может еще васаби, имбирь соус. сколько, в каком количестве? Давайте без имбиря чакирманяу. Добавьте туда присыпку. Чакирманяу джижу. Туда же. Две этих, ну, 20-граммовых, да, у вас идут. Нет, мы не добавляем. Ну, чакирманяу У нас джижу. нет таких добавок. Ну, чакирманяу итальянский Нет у соус. нас таких добавок. Нету, ясно. Я Я понял, еще не понимаю, дошел. но у С нас Италии нет пока еще таких не при. добавок. Я просто в Италии был, там чакирманяу джиджа вместо имбиря. Ну, я вас понял, ладно.
Общая сумма 3201 рубль. Светлана, да? Я понял, Света, Ксения. Светочка, я понял, Свет. Светлана, можно вот еще вот к этой пицце, да, вот пицца, вот там бортик вот это, да, ну, как бы, ну, бортик пиццы сам, да, обычно его маслом там намазывают. Я вас попрошу, ну, так, между нами, чтобы просто там взяли пиццу, как приготовиться, пошли в санузел, писечкой потерелись, писечкой, чтобы коржик пах писечкой, и мне, чтобы сюда, чтобы я, ну, и упаковать в пакетик, чтобы запах. Выражайтесь, пожалуйста, корректно. Не, я серьезно, мне просто запах писечки нравится. Можно коржик писечкой натереть, чтобы запах, как вот то чесночком натирают Нет, к хлебушек. сожалению. Ну, просто вам что стоит он пойти в санузел там, раз аккуратненько, трусики отодвинуть, коржик писечку потереть, раз-раз, клоц-клоц, и готово для деда. Я А вас я... поняла. Всего доброго. До Да нет, свидания. подождите, Светлана, я просто хочу понюхать. У меня жена померла, хоть буду, значит, женщину и кушать, и нюхать женский запах коржика. Можно мне, а? Светлана, что за женщина, не пойму я. Бред какой-то. Это бред. Да.